Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкор Шоу, мы с вами возвращаемся в Сабнатику. Короче говоря, в прошлый раз я просто устроил какой-то трэш и угар, когда ворвался в этот лавовый биом. Вот, и пообещал, что на этот раз мы зайдем с вами поаккуратнее после этой разведки боем. Собственно, сейчас наша задача войти в этот лавовый биом как можно тише. То есть мы сейчас с вами врубаем малый ход. Мы будем использовать тихий ход, такую способность циклопа, чтобы нас не засекли. И попробуем пробраться на ту самую высокую гору, как раз под которой находится теплоэлектростанция. Если я не ошибаюсь, то это называется замок из застывшей лавы, или лавовый замок, по-моему, так и называется. Вот. Короче, пока мы с вами просто потихоньку приближаемся. Теплоэлектростанции. Мотылька я по пути где-то выбросил. Так, вот эти пиявок нам надо будет потом счистить цикло, потому что они пожирают энергию. Тоже спасибо большое за советы. Так, вот она, походу, уже и присосалась. Ладно. Короче говоря, мы здесь. Сейчас мы очень медленно и очень аккуратно. Явочка, нет, пожалуйста. Освещение. Можно выключить освещение отсюда? Нельзя, нам освещение не надо. Я не знаю, привлекает оно лишнее внимание или нет, но все равно мы его вырубим, потому что здесь от лавы и так светло. Тихо, маленькая. Тихо, моя хорошая. Присосалась, походу, да? Мы будем идти на минимальных скоростях и посмотрим. Блин, да, ну ты запарил, короче, провисать. Я не знаю, что за бред, почему он так. Тихо. Тихо, дружище. Но самое главное, чтобы нас не напали акулы. О, кстати, шарик прикольно, сверка, видите? Так, тихо, 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 враги. Наверху где-то они. Ага, вон эти существа. Типа акулы. Главное, чтобы наш шум не попал в их радиус действия. Они высоко, мы, в принципе, можем попробовать пониже опуститься. Тихо, 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 максимально низко идем. Вот это просто по стелсу. Блин, там еще одна. Тихо, тихо, тихо. Нет, она нападает, походу. Блин, пиявка дурацкая. Ладно, энергии пока есть. Тихо. Блин, почему она краснеет? Она нас замечает, что ли? Можно пробовать пройти поверху? Ладно, давайте врубаем тихий ход. Ну, мы на тихом ходу идем. Что ты мне придумываешь тут? Сейчас главное до этого, до замка добраться, до лавового. Все. Во, вот это место мне нравится. Вот так вот. Блин. А вот эта хмырь мне совсем не нравится. Че тебе надо? О, блин, началось. Так, главное, чтобы нас не спалил этот. Опа, спасибо. А ты, оказывается, наш друг, да? Давайте попробуем остановиться здесь. Выключаем двигатели. Хорошо, личинки сейчас попробуем сбить. Если нас сейчас никто не собьет. Давайте, соответственно, сохранимся. Мы, в принципе, неплохо сюда ворвались. Сохраниться имеет смысл. Отлично. Берем нож в руки. И идем смотреть, что у нас тут. Во, место... Твою ж мать. Ладно, он сюда не подплывет. Но он нас засек. Хорошо. Ты, слышь? Уйди!
Подожди, а чё? Она ж прилепится опять. Так, тихо. Где он? Так, там скелеты внизу. По идее, он нас здесь не должен достать. Так, вот еще одна. И ты уйди. Давайте сражаться. Будем как звери просто. Подожди, ты попытался заварпить этого, что ли? Не убей, пожалуйста, моего циклопа, слышь? А как я в него залез? А, могу. Все, нормально. Ты, слышь, придавил его. Так, а вот здесь вот местечко. О, смотрите, ну-ка. Опа-на. Тихо, стой. Ну вот это место мне нравится, в принципе. Сюда оно вообще никак не подойдет, не подплывет. Так, все, берем. Под расчет, значит. Сейчас надо поближе подплыть. Тихо. Да, добро пожаловать на борт, капитан. Все нормально, у нас пиявочи больше нету, походу. Так, а немножко мы приподнимемся. Давай, включай двигатель. Давай, быстрее. Так, мне нужно приподняться, мне нужно подплыть вот сюда. Со всех сторон у нас тут препятствия. Вот здесь вот мы где-то будем строиться. Либо под... Все, выключай. Молодец. Отлично. Фу, ну что ж, наша главная задача выполнена. Мы сюда пробрались без особых проблем. Хорошо, теперь смотрим. Площадка. 4 титана. Многоцелевая комната. 6 титан. Нам нужно 10 титана. Так, титан у нас есть вот тут. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Хорошо. Далее. Тихо. Далее. Нам нужен вход в нее. Нам нужен шлюз. Где шлюз? Требуется вход на базу. Да, вот люк. Соответственно, нам еще 2 титана и стекло. 2 титана и стекло. 2 титана и стекло. Строим сразу все мгновенно, быстро. И стекло одно. Подожди. Так, много целевой комнаты, одной нам хватит. Далее. Далее. Усиление корпуса, я не знаю, будем мы делать или нет. Иди. А что ты трясешься-то? Страшно. Смотри, даже тултипчику страшно, короче, за нас. Да не бойся, это все нормально. Так, нам нужно это дело теплоэлектростанции запитать. Титановый слиток, магнетит 2 и смазка. Опа-на, со смазкой у нас могут быть проблемы. Титановый слиток, магнетит и смазка. Титановый слиток. Фух, одна смазка у нас есть. Это хорошо, но, блин, что-то да. Про смазку-то я не подумал. Магнетит где у нас? Что такое магнетит? Я помню, что у нас есть, но не помню, как он выглядит. Свинец. Медная руда. Серебряная руда. Блин, тут реально... Вот он, магнетит. По-моему, 2, да? Ну-ка. Да, магнетит 2. Реально все трясется, здесь все боится, короче, этого хмыря. Окей. Тихо ты. Ну все, погнали. Давайте, первая миссия пошла. Свет выключен, мотор выключен. Фу, давай. Разворачиваем базу. Смотрите, падла, а? Не хочешь нас выпускать. Ладно, так, давай, строитель. Давайте мы платформу посмотрим, где мы можем ее поставить. Платформу нам нужно максимально сныкать. Ты слышишь? Ты слышь? Отвали, подожди, я платформу... Да. Ну, козел, держись. Ну, давай, один на один, ну! Убежал. Мерзкий тип. Видали, как мы его, а, прогнали? Так, кстати говоря, может быть, развернуть базу вот тут? А чё, почему бы и нет? Ой, горячо. Ну-ка. Ага. Пещере нам хрен дадут, да? Нормально поставить. Блин, ну мы тут можем перекрыть все к фигам. Так. Тихо. Так, ну ладно. В принципе, вот
Вот тут, наверное, это хорошо. Только, блин, как бы тут сейчас не запороть все это дело. Давайте попробуем. Нам только немножко циклоп будет отогнать. А, или не надо. Ну-ка, многоцелевая комната. Есть. Встает. Хорошо, титанчик пошел. Так, телефон, не ори. Так, отлично. Теперь делаем шлюз. Где у нас люк будет? Давайте вот так вот близко, чтобы из циклопа можно было сразу в комнату. Так, и теперь нам нужен генератор. Сверху можем поставить? Можем. Я надеюсь, этот хмырь у нас его не разобьет никак. Тихо. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну что ж. Здесь, кстати, такая жара внутри. Офигеть, представляете? Ну что, короче, мы сделали свою базу здесь. В вулканическом этом. Это наша промежуточная база. Циклопа, я думаю, можно пробовать. Вот смотрите, у нас хорошо. Видите, проход такой. Здорово. Дружище, отвали от меня. Мы с вами здесь, в принципе, неплохо от него спрятались. Ничего плохого он нам не делает. Так, давайте теперь... Что нам нужно? Производитель у нас на циклопе есть? Есть. Давайте мы зарядочки все поставим. Тихо. Я надеюсь, нам смазка больше не понадобится, иначе я профейлюсь просто по полной программе. Так, во-первых, вот эту вот штуку. Зарядное устройство ячеек. Мы с вами разбираем. Так, отлично. Оно разобралось полностью на ресурсы. Соответственно, нам нужно изготовитель, зарядное устройство батареек. Компьютерный чип, медный провод. Компьютерный чип, медный провод. Это у нас все здесь. Компьютерный чип. Комплект проводов. Медный провод. Так, что там еще? Стекло и два титана. Стекло. Стекло. Ну-ка, два титана. А стекло где? Стекла здесь нету. А здесь тоже нету. Подожди, а где стекло-то? Вот. Стекло и два титана. Все, ништяк. Зарядное устройство там делаем. Это у нас будет база подзарядки. А что еще там надо развернуть? Давайте-ка в комментариях можете написать, что нам тут еще понадобится. А я, соответственно, пока это все буду делать. Так, зарядное устройство для ячеек. Максимально мы будем экономить место, потому что развернуться у нас здесь не получится в этих скалах. Мне нравится то, что нас пока никто не пытается убить здесь. Это очень хорошо. Максимально сохранять место. Так, окей, все. Зарядное устройство есть. Теперь мы также здесь внутреннюю грядку 2 титана ставим. Вообще удобно. Вообще шикардос припарковались, шикардос развернули базу. Мне очень нравится. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Семена мы с собой берем. 1, 2, 3. Хватает? Хватает. 4. И шкафчик нам надо сделать там. Шкафчик обязательно надо сделать. Стой, подожди, что ты делаешь? Шкафчик, шкафчик. 2 титана и стекло. Стекло нужно еще. Стекло, стекло. И еще 4 титана. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Креветочку мы пока не отстыковываем. Креветочка пускай будет на циклопе. В нее еще надо вставить бурус, 5 будет. Блин, смотрите, вот кружится здесь и не хочет никуда уходить. Вот негодяй. Так, грядочка пошла. Внутренняя грядка. Гостей мы не ждем, поэтому особо здесь красоту не делаем, но все же пытаемся максимально удобно все это делать. Так, 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 все, засадили. Отлично, красавцы. Шкафчики. Шкафчики. Шкафчик пошел. И еще один пошел. Фух.
Так, в эти шкафчики мы что можем складывать? Да, что угодно мы можем в них складывать. Хорошо, давайте сохраняемся обязательно. Обязательно промежуточное сохранение. Сейчас как взорвется наша база, и мы вместе с ней. Ладно, энергия у нас вполне себе неплохо вырабатывается с одного генератора. Я не знаю, что будет при заряде батареек. Но все, мы его подвесили. Окей. Собственно, что? Нам надо брать креветку и ползти внутрь. Нам обязательно надо брать креветку и ползти внутрь. Блин, дурацкий телефон. Сейчас, одну секундочку. Чик-чик. Возвращаемся к нашим крокодилам и не только. Так, ну что ж. Пришла пора брать креветку и идти в путешествие. Так, куда я там? Угу, сюда. Руку дел. Нам сказали взять с собой пурпурный артефакт. Давайте мы возьмем два. Буду я его носить с собой. Так, все, сохраняемся теперь точно здесь. Не в креветку я его класть не буду. Давай, залезай в креветку. Так, энергия у тебя полная. Тихо. Ну все, он завис. Так, покушать. Покушать, покушать, попить. А то мы как в прошлый раз с вами. В позапрошлой, по-моему, серии, да, там было супер. Супер сушняк дикий. Короче, забыл я что-то попить, поесть. Так, использовать. А, я здесь собрал семена и не засадил. Ладно, сейчас все это дело засадим. Хорошо. Нямка, нямка, нямка. Нямка, нямка. Вкусняшку просто хаваем. Раз, два, три. И погнали. Семена, 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 семена. Хорошо. Один все равно стоит свободен, блин. Офигеть, как это я так просчитался-то? Производители здесь у нас остаются. Так, главное, чтобы креветку сейчас там нет, не захавал. То сейчас как перепутаю это со мной. Ну-ка, давай, выпрыгивай. Остается много ресурсов на циклопе. Я не знаю, зачем я так много их брал. Так, быстренько к улучшениям. Пока этот там спит. Куда? Куда? Тихо. Ах ты ж, блин, гад. Тварюка какая. Ну-ка, давай, сражаемся. Я сейчас в креветку залезу. Сейчас в креветку залезу и... Ну-ка, и сюда. И сюда. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай. Устроил мне здесь, а? Телепортацию, блин. Я уж думал, меня сейчас под этого телепортируют. Нифига тут. Урод. Свалил. Так, доступ к улучшениям. Хорошо. Быстренько, быстренько делаем вот эту вот штуку. Так, больше у нас тут ничего нету. Все, здесь у нас усиление есть. Чуть-чуть-чуть-чуть, сладенький. Не верещи так. Не верещи так громко. Так, у нас здесь ресурсы, кстати, всякие есть. Но они нам не интересны. У нас вот бур появился. Я так понимаю, этим буром мы атаковать можем? Смотрите. Привет. Я сюда. Не иди за мной. Привет. Привет. А можно стяться? Ой, не надо, не надо. Сейчас я как полечу к нему. Смотрите, смотрит такой. Ну иди, иди, улыбается. Мерзкий тип. Так. Тихо, тихо, тихо. Состояние 88%, между прочим. А с какого фига? Так, ну-ка, пыль, уйди, блин. Я же не вижу, что там происходит. 73%. 71%. Нам очень больно. 60, 58. Подожди, подожди, подожди. Стой, 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 стой. Какого, какого черта здесь происходит? Почему это мы сгорели? Мы попали в самое жерло вулкана, что ли? Тихо, обходим это дело. Так, это у нас сера, по-моему. Ну-ка. Так, нас здесь не колбасит. Сера, хорошо. А, где мой ремонтный инструмент? Ну-ка. Где ремонтник? Вот так вот. На четверочку строитель нам не нужен. Четверочка, давай. Давай, креветочка. Сколько заряда? Ой, блин, энергии мало. Блин, надо было батарейки взять. Вот это я просчитался. Ладно, сейчас у нас первая вылазка, пофигу. Но я ее доведу до 100. Но больше нам не хватит. Смотрите, он расстроился, что мы ушли от него. И завис звук ремонта креветки. Здесь крайне жарко. Креветку продолжает колбасить. Так, где теплоэлектростанция-то? Алло. Где сигнал? Блин, не... Хорошо. Избавились мы от него.
Вон она. Давай. Она висит прямо над лавой. Поэтому нам надо здесь найти в нее вход как-то. А как, я не знаю. Так, ладно, на тяге мы залезаем наверх на самый. Главное, чтобы нас не телепортнули. Сейчас нас по пути, если телепортнут, это будет такая жопа. Ладно, погнали. И... давайте. Обнаружены инопланетные материалы и массивная локальная энергетическая масса. Есть, успели. Хорошо. Так, спецназ пошел. Давай. Где у вас здесь вход, ребят? Скажите, пожалуйста, где вход? Я не понимаю, где вход-то может быть? Тихо. Так, вот этот вот мерзкий тип мне не нравится. Уберите его, пожалуйста. Вниз нам падать нельзя, потому что это сразу смерть. Тихо. Походу, нас тоже боится. Так, сверху входа нету, я понял. В этом я убедился. Ладно, сейчас будем искать. С какой же стороны здесь вход? Так, и... давай. Тихо. Вот он, вот он, вот он, вот он. Тихо, тихо, тихо. Тяга, 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 тяга. Тяга пошла. Сюда вода не проходит, вы смотрите. Здесь... это я с такие звуки сдаю? Так. О! Вы посмотрите, какое чудо, а! А как это? Поиграем в Майнкрафт немножко. Как это правильно добывать-то? Я правильно все делаю? Ой, подожди, а как доступ к улучшениям? А где у тебя рюкзак? Ага, хрен, я до рюкзака доберусь. Я такой маленький. Так, ионный кристалл. Ионный кристалл. Да, это мы его разбиваем. Собственно, мы его разбираем и забираем кусочки. Я так понимаю, бур у нас немножко больше энергии тратится, правильно? Чем просто если бы мы в бездействии были. Ионных кристаллов мы здесь соберем нормально. Я не знаю, зачем они нам, но пусть будут. Ну-ка, давайте, иди к папочке. Ионные... хорошо, хорошо. Слышь, маленький, иди ко мне. Вот так. Как хорошо, что я в креветку ничего не положил. Я вообще запарился из нее доставать. Так, мы можем здесь активировать портал. Ставить топливный кристалл. Но опять же, этого делать мы сейчас не будем. Мы с вами сейчас быстренько осмотримся. Ты кто? Тихо. Сиди, не рыпайся. Ровно сиди. Инопланетный робот. Тихо, тихо. Подожди. Данное устройство не соответствует ни одной известной человеку технологии. Хотя его конструкция относительно простая, это, и это его единственное замеченное поведение заключалось в нападении на местные формы жизни в пределах древних инопланетных сооружений. Но это охранник. Окей. Имеет мало движущихся частей. Содержит перезаряжаемый зап... тихо. Иди ко мне. Время изготовления и значение устройства сложны в определении. Его относительная безвредность идет вразрез с продвинутыми технологиями, которые, по всей видимости, были доступны его разработчикам. В смысле безвредность? Он же нападает. Тихо-т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 ихо
Ой, да, ой-ой-ой, подожди, вот, вот кто это все шумит-то. Ты не нападаешь? Ой, привет. Смотрите, он на нас залез. Прикольно. Давайте быстренько пройдемся тут.
Офигеть. Здесь у нас целая база для изучения. Ой-ой-ой, здесь креветка у нас не проползает, смотрите-ка. Спецом сделали, чтобы на креветке туда нельзя было пройти. Так, окей, еще одна. Вот это да. Короче, в следующей серии мы с вами, ребята, будем здесь прямо оторваться и веселиться. И исследовать, что же тут такое крутое, блин, офигеть. Все, короче, мы прорвались на теплоэлектростанцию. Мы развернули базу. Мы выжили. И прям вообще все идеально прошло. Офигеть. Ладненько, давайте на этом будем заканчивать. В следующей серии мы будем просто все активно изучать. Активнейшим способом. Просто каждый закоулочек здесь изучим. Вот, а пока мы останемся здесь у входа. Блин, офигеть, вода сюда не проходит. И без всяких этих. Фух. Что ж, с вами был Рос на канале Мидкур Шоу. Игра Сабнатику промку. Как-то все очень круто тут. Очень-очень круто. Я буду сам ждать, не дождаться следующей серии. Надеюсь, и вы. Пишите в комментариях, что думаете. Может быть, какие-то советики. Может, я что-то забыл, что-то не доглядел, что-то не доделал. Вот обязательно все это дело прочитаю. Будем с вами исправлять неточности и ошибочки в нашем прохождении. Вот, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал и всем пока!